дорогие друзья. Хотела сказать израильские, а потом подумала, что все, кто к нам придет, любой национальности и вероисповедания, будет тоже очень приятно прийти. Хочу всех пригласить на торжественное открытие уже шестой выставки, международной выставки городов-побратимов Хайфы. В этот раз в ней участвуют карикатуристы из города-побратима Лимассол, Кипр, из Одессы, которая нас поддерживала 4 года. Это Украина, из Германии, Майнц и Санкт-Петербург, Россия. На выставку прислали более 200 работ, 23 художника. И можно только пожалеть тех, кто не придет посмотреть на это торжественное открытие, потому что выставка на очень высоком уровне, участвуют профессионалы своего дела, известные карикатуристы. И окружение, праздник, будут подарки, музыка, встречи, богема собирается. Не так часто собираются такие известные и интересные люди, собеседники, как в этот раз. Так что я вас очень всех приглашаю. Переходите в аудиториум в 6:30 вечера, но 2 апреля, потому что мы празднуем тоже по-еврейски. 1 апреля. Спасибо.